Hey, yo, guys, с вами Шмики, мы продолжим бродить игру под названием Orion the Blind Forest. Я не знаю, мне большинство говорят почему-то, что у меня звук видео хуже, чем в реальности, в плане того, что он звучит в реальности лучше, чем на звукозаписывающих устройствах. Не знаю, с чем это связано, но не суть. Окей, у нас храм ветра, как я помню, если я не ошибаюсь. Окей, войти. Руины Форлорна. Так, что можно сразу... Руины Форлорна, здесь живут гуммон. Они строят чудесные сооружения и насыщают их светом древодухов, оберегающих. Да, видно. О, нет. Эти гуммон совсем замерзли. Когда свет элемента ветра фугас, развалины стали их гробницей. В натуре. О. Так, я думаю, нужно сохраниться. В смысле? А я типа не могу? Хм, странно. Ну ладно. И, короче, ребят, я знал, что у меня не Full Edition, то есть у меня не полная версия игры. В полной версии игры там добавили две новые локации, если я не ошибаюсь, и две новые способности, но в нашем случае их нету. Ну, окей, типа... Мы с вами играем в ванилу. Ванильную серию. А гуммоны были искусными изобретателями. Они предвидели блестящее будущее, которое не суждено было наступить. Посмотри на сосудный свет. Внутри них сохраняется свет древа духов. Мы сейчас это должны забрать, я правильно понял? Вон она как работает. Да ладно. Я могу ходить по кругу. А вот если я сейчас упаду без сферы, интересно, как я ее достану? Ну типа, камон. Походу вот так. Блин, мне сейчас заново получается идти подбирать сферу, да, я понял. Это плохо с одной стороны. Тык. Ну это устройство, которое замораживает все. А мы заберем, сходим то, что было там. Why not? А, подожди, так это с... Эта сфера постоянно будет вокруг меня. А ну-ка. Каев. Не, на самом деле это неплохо, типа. Ауч. Типа, что на самом деле сфера может за мной кататься. Так, я здесь сохранюсь на всякий случай. Ну, у нас здесь все прокачано, типа нам осталось только вот эту линию прокачать. Ну, мне кажется, так как мы уже много чего понаходили, считайте, скоро будет конец игры. Ой. Единственное, что здесь меня смущает, это...
немножко управления. Фу, а ты до меня допрыгнуть не можешь. Да, ледяная херня? Ауч. Да. О, да ладно. Тут что-то есть. Нифига себе, сказал я себе. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам. А ну зачем мне огонь этот, ну который типа выпуливается? Ладно, пока что я не понимаю. Допустим. Допустим так. Но здесь немного неудобно именно использовать вот эту систему. Ауч. Музыка. Музыка. О, нихера себе. То есть мы в какой-то степени меняем. Я понял. Давайте я пока тогда сюда вставлю. Камешек данный. Понимаете, в чем суть? Мне показывает, что у меня задание все еще там. Вот у меня здесь задание. И задание. А мы уже здесь. Типа, и во что мне верить? Алло, как бы... Задание. Войдите в руины Форлорна и восстановите их. Кого? Я уже вошел, так? Или типа вот это оно одинаково? Тогда давайте я в эту сторону пойду, а потом уже сюда. Если я правильно все понял. Класс, как обычно, да, я использовал. Full Edition, точно, я сейчас вспомнил, это как у нас телепорт должен быть. Но в нашем случае это не телепорт, а просто. Я на самом деле здесь быстрее бегать. Просто бегать. Ну да, для моего уровня здесь легко. Да уж. Так, справился. Так. Что-то я сделал не так, да? Но здесь типа мне нужно так сделать так, чтобы я от этой херни сейчас ударит. Изи. Да ладно, я должен был здесь этот использовать. Сори, я не такой умный.
Что, огненный этот ваншотит? Лол. О чем мне никто не сказал? Так, ну я понимаю, наверху там точно ни хера нету. Оп, сейчас поджарит. Я врубился. О, короче, что нужно сделать? Объясняю. Нам нужно сейчас это взять. Пройти сюда, сюда, прыгаем. Не успел. Не успел. Ладно. Так. Ага. Нам нужно сюда встать. Хорошо. И вместе с лазером успеть. Не в ту сторону! Не кнопка Е. Окно умений. Когда я на сфере. Аж бесит. Я просто трачу столько времени на вот эту херню. Может, мне рели просто больше сохранялок использовать. Плюс этот мне позволяет. Ну, здесь взять вот так. Ну, а чё, не мог сохраниться? Вы не можете задохвать. Мне что, на другую сторону перепрыгнуть? Найс. Найс. А, хотя бы здесь создам сейф файл. Но это холодно, да? Изи. Так, а теперь вопрос. Могу ли... Могу. Да, найс. Ну, айз. Ладно, здесь сохранюсь на всякий случай. Ага. Ага. А где еще один потерял? Каев. Каев. А что мне рели делать? Где я херь эту потерял? Ладно. Ребятки, вспоминаем, где я ее потерял. Ну блин, туда без этого не пойти, без шара.
Ну мы сейчас сразу за один раз это делаем. И я посмотрю, где я просрал. Может быть, я где-то раньше просрал? Но здесь, в принципе, нигде нету ничего. Тут вообще ничего нету. Странно. Но вы сами видите, тут ничего нету. Где я мог что просрать? Ну, здесь тоже как бы ничего нету. Здесь тоже ничего. Классно. Где я упустил? Тупые горы, в которых я потерялся. Найс. Походу мы идем обратно, ребят. Мы идем обратно, потому что я не знаю, где находится то, что мы потеряли. И зачем мне здесь эта пушка? Ага. Ага. Каев. Вот зачем здесь эта сраная пушка. А сказать раньше никто этого не мог. Бля, как бы мне так. Все. Не забивайте мне голову. Ай, бля. Просто 10 минут в никуда, понимаете? 10, мать вашу, минут. Даже больше. Но здесь просто хорошо то, что у меня есть тройной прыжок. Так, иди в сраку. Все, короче, здесь я оставляю метку, сохранюсь на всякий случай. Мне нужно его поднимать. Скорее сказать, его стоит поднимать. Окей, мы еще что-то положили. Мы сделали с вами мостик.
Это святилище должно было быть их источником энергии, а теперь посмотри на него. Посмотри, что оно сделано. Что с ним сделано или что с ним сделано? Мы запустим тепло? Игра сохранена. Ага. Интересно, знает ли Гума, что с ним случилось? Надеюсь, он простит нас за то, что мы живы, а их больше нет. Окей, так, а я ж не могу, да, кас? И могу. Могу. Вау. Мне нужно было сейчас проскочить. Я момент просто просрал. Да. Момент просран. Да, я понял, да. Мне нужно сюда, да? Ты до куда-то едешь? Но я могу сразу туда попасть и сюда спрятаться, как Варик. Сейчас покажу, о чем я говорю. Вот об этом. А, давай шустрее Гуму. А не, мы не Гума, мы Орим. Наверх это нам сюда вот. Нам нужно туда пока что. Я активирую проход. Походу это вообще проход, куда нам нужно сейчас. Внизу есть спуск. Но я не... Мне кажется, меня это убьет. Но проверить с другой стороны можно будет. Мы можем приседать? Давно мне это хотели сказать? А, подожди, или я мог приседать все это время? А иначе бы я туда никак, да, не попал. Опасное место, сохраниться нельзя, я вас понял. Сохранейшн. Ну это изи место пройти. Не понимаю, ладно, сейчас. Мне нужно, когда он будет в обратную сторону ехать. И все, я сюда ради этого приехал. А, нет. Сфера жизни. О! Мидбой, здорово. Ух, куда я залез? А, точно, у меня же парашют есть, нужно о нем не забывать. Нужно не забывать о парашюте. Манатье.
Беспечный. Это знаете, как ядро использовать? Элемент ветров находится вперед нами, в самом сердце этого места. А мы сможем его открыть? Нам сферу сюда нужно так принести. Эти руины все, что осталось от Гуман, и напоминает об их судьбе. Как и ты, Гума, потерял тех, кого любит. Он последний своего рода. Ори, мы вернем свет во имя Небеля и в память о Гуман. Восстановим же элемент ветров. Ага, теперь у нас есть ветер. Вдохновленный их словами, он решил действовать. Ой-е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 -
Я вас понял. Самое начало? Ладно. Ну блин, мы тогда могли без урона пройти, по факту. Ну, типа, я не пойму, это напор воздуха такой или это вода? Понял. Ау. Но я понял, что мне нужно было... Мне вниз надо. А, все увидел. Там оно падает, все это. Ауч. Да. Довольно опасное место, я вам скажу. А.
Понимаете, это за один раз нужно все сделать. То есть это как, знаете, сейчас напоминает мне Angry Birds. Игра тоже про птичек. Бёрнетс. Как-то так игра называется, не помню. Мы играем за черных такие херовины наподобие птиц. А все? Гнездо кура. Но я подумал, вдруг там что-то тоже есть. А ну-ка, с этой стороны могу залезть? Ну ладно. Ну тут огромное яйцо, слушайте. Но не бояться. Нормально? Я держусь. Так, это уже у нас второй момент. Боль такой. Ори узнал, как они погибли от нашего света. Все это время она просто защищала свое последнее дитя. Так, давайте, думаю, на следующем мы продолжим. Ну, блин, момент на самом деле довольно очень... Ну, меня растрогал, типа. Я не люблю такие моменты. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Мы сразу начнем следующую серию, но я начну сразу следующую серию снимать. У вас вы получите следующий день. Поэтому всем пока.